Из гипса можно сделать интересные поделки. Позже их можно раскрасить или сложить в панно. А вот это мой способ измерить, сколько понадобится гипса. Переливаю воду из форм в мерный стаканчик и на весы. Берем одну часть воды и две части гипса. Перемешиваем 2 минуты до состояния жидкой сметаны. Смочим формы водой. Заливаем гипс быстро. Движения должны быть точными. Простукиваем форму, чтобы вышли пузырьки. Поможем гипсу палочкой и простукиваем. Оставим заготовку в покое на целый час. Чтобы достать фигурку, отдвигаем по краям и вынимаем аккуратно. Гипс очень хрупкий. Заготовка еще будет засушиваться несколько дней. Ну что, давай посмотрим, что получилось. 4 прекрасных ангела и целый сад цветов. Желаю вам творческого вдохновения и удивительной фантазии. И обязательно пришлите, что у вас получилось. Ставьте палец вверх и до скорых встреч. С вами была Полина Филипповна Вендрю. До свидания. Angels, flowers bringing cheer.